Более 50 фитнес-центров открыли двери для посетителей в рамках ЮПРО Fitness Night. Участие в проекте поддержала и трехкратная олимпийская чемпионка Александра Герасименя, которая провела для минчан мастер-класс по плаванию. Каждому человеку нужно дать шанс, возможность попробовать себя в том или ином виде спорта. Очень многие переживают, что они не умеют, что они как-то не так выглядят, что у них нет времени. На самом деле время можно найти, и неважно, как ты выглядишь, какими ты навыками, главное просто прийти и попробовать. Это природой заложено в каждом уметь плавать, поэтому даже если кто-то думает, что он совсем никакой топор, как у нас говорят, нет, можно научить. Наша главная цель, чтобы привлечь как можно больше людей, в данном случае, к моему виду спорта, и для того, чтобы они занимались для себя. Класс, эмоции, супер. Александре, спасибо большое, очень много нового услышала для себя сегодня. Есть чему поучиться, поэтому ловлю момент. Спасибо, удачи вам.